Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, в этом видео мы будем с вами разговаривать про то, как попасть в разлом. У нас, насколько вы знаете, открылась новая территория, и там есть спуск. И это что-то вроде экономии в Инадзуме. Обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, асмя контент. Поехали. Поскольку новая обнова, у нас еще имеется новое задание архонтов, которое мы с вами должны выбрать. Задание архонтов у вас будет выделено на самом верху. Реквием гулких глубин. Когда вы это выделите, вас приведет к Катерине, которая находится в Лиуэ. Разговариваем с ней, и после этого нас уже направят непосредственно в разлом, который будет находиться вот в этом месте. И отправиться нужно будет к этой точке телепортации. У меня карта уже открыта, и в принципе тут ничего сложного, но давайте-ка проговорим некоторые моменты. Могут быть все-таки некоторые сложности. После будет следующая проблема. Когда вы будете выбирать задание архонта, чтобы его выполнить, будет высвечено. Цель задания в регионе разлом, подземные шахты, направляйтесь туда и так далее. Так вот, как туда попасть? Мы должны будем с вами выполнить задание мира. Задание мира будет называться «Записи о путешествии вглубь разлома». И как раз таки это задание нас туда и приведет. Но есть некоторые проблемы. Во-первых, тут начало исследования глубин – это не то, что вам нужно для того, чтобы то проникнуть. Чтобы то проникнуть, вам нужно будет выполнить квест с названием «Тайны скалистых затворов Цесин». Сейчас я вам расскажу, что это за такие затворы и как с ними работать. Вот так выглядит затвор, с которым мы уже, собственно, поработали. А так он будет висеть в воздухе. И будут в него направлены лучи энергии от неких конструктов. Я не знаю, как назвать точно эту штуку, уже не помню. Что мы делаем? Мы подбегаем, ломаем, получаем эту энергию, подбегаем к устройству, которое здесь стоит. После чего обычной атакой по направлению к этому столбу проводим атаку. Летит луч энергии, и со временем эта штука спускается. Но есть некоторые проблемы. Скажем, в других местах будет чуть сложнее. Ибо они будут стрелять. Я говорю про эти конструкты лишь в определенную высоту. То есть, если этот столб будет стоять гораздо выше, значит, нужно подходить к конструкту, который находится выше. Я думаю, суть вы поняли. Если что, прикреплю скриншоты со стрима, который только что закончился. И таких у вас будет 4. Это первый и еще 3. Но самый последний в самом конце по квесту. Делаем сначала первые 2. Последний будет недоступен по причине того, что пещера, через которую то нужно будет пройти, будет затоплена. Но после того, как вы разберетесь с 2 такими последующими, вас по квесту отправят к персонажу, вы с ним поговорите, и вас за ручку отведут туда, куда надо. Но давайте-ка все же посмотрим, где находятся остальные. Мало ли, будут проблемы в плане поисков. Второй будет находиться здесь. Вот точка телепортации, пожалуйста, и вход в шахту. Просто-напросто пробегаем туда внутрь и увидите. Сейчас я вам все покажу. Вон он уже валяется внизу. Вон тот вот парень. Теперь, чтобы отправиться дальше, самый удобный способ — это вот этот вот, я не знаю, паровой источник. Что это такое, точно не знаю. В общем, он нас подкидывает наверх. Мы бежим сюда. Продолжаем бежать. Тут у вас будут, естественно, конечно же, мобы, с которыми вы будете разбираться. Поднимаемся. Вы еще будете вести фею, которая тут даст нам сундук. Продолжаем движение. Продолжаем. И здесь, внимание, будет вода. Это как раз-таки последний, 4-й. Нам нужно перепрыгнуть это место. И, собственно, залезть сюда. Да. Залез. Ну, суть вы поняли. Теперь выходим из этой пещеры, и для ориентира давайте-ка я покажу вам, как попасть на статую Архонта. И это довольно просто и легко. Опять-таки, та же самая штучка. Мы это дело прожимаем. У вас образуются вот такие кольца, через которые вы проходите, и воздушный поток. Поднимаетесь наверх. Поднимаетесь. И статуя Архонта, и у вас открывается карта в этом месте. И уже становится все гораздо удобнее, как по мне. От статуи Архонта пользуемся планером и летим вон туда. Пролетаем, естественно, мост. И вон в самом низу уже как раз-таки сделан этот камень.
Он будет, естественно, висеть у вас в воздухе, и от него будут, опять-таки, исходить линии энергии. С этим тоже разобрались. Если что, ссылочку на стрим я оставлю, там все это проходилось. Отправляемся к точке телепортации, которая находится вот в этом месте. Глазурный утес, все дела. И видим то, что тут находится еще один такой камень, который уже, так сказать, провзаимодействован. Но тут с ним могут быть проблемы, потому что эти структуры, с которыми мы будем взаимодействовать, будут находиться в воздухе. Но тут довольно все просто. Как вы видите, тут есть подвижные части. Вот, к примеру, здесь. Активируем эту штуку, залезаем сюда, поднимаемся и ударяем. Ну, естественно, ударяем, когда находимся на подъемнике. Ударяем по той структуре, из нее летит энергия и прочее, 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 прочее. У вас она будет находиться в том месте. У вас она будет находиться в том месте, где сейчас спускается подъемник. Ну и третий будет находиться в этом доме. В этом месте. И он будет расположен под углом, и это будет финальный. И просто ударяете, и эта штука летит в камень, и все. Как-то так. Потом разговариваем с NPC по квесту и отправляемся сюда, где, повторюсь, была вода. До этого вы сюда не сможете никак попасть, к сожалению. И здесь финальный камушек, с которым тоже все довольно просто. Я думаю, если у вас были какие вопросы касательно того, где это искать, как это делать, на все, на них я ответил. Ну и дальше отправляемся к входу разлома и не как, конечно, в экономии прыгаем, а спускаемся на подъемнички. И все. Мы уже будем там. Ну и вы на месте. Естественно, точка телепортации будет находиться рядом с вами. Удачи вам, друзья, в постижении тайн разлома подземных шахт. Реально вторая инкономия, и скорее всего, возможно, со временем будет какой-либо связанный ивент с этим местом, как было с инкономией. И секретов тут, наверное, дофига. Буду плотненько заниматься этим делом на стримах на своем YouTube-канале и на Трово. Ссылочки на социальные сети, такие как Трово, Телеграм-канал, Дискорд-канал и Яндекс.Дзен в описании под видео. Подпишитесь, я буду счастлив. Спасибо. А у меня на этом все. Всем спасибо за ваши лайкосички, подписочки и просмотры. Все это прекрасно. В описании под видео ссылочки на плейлисты по различным играм, включая Геншин, ссылочки на социальные сети, о которых я уже сказал, друзья. И на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме. До встречи.